Бой пустырям в каждом городе и районе. Парков, скверов и спортплощадок все больше, заброшенных территорий все меньше. В Бендерах, например, решили, бывшие пустыри – отличное место для занятий спортом. Теперь в городе ждут открытия 3 полей для мини-футбола. Бендеры, парк Горького. Еще весной на этом месте была некогда самая популярная танцплощадка 90-х. Для местных – клетка. Ее закрыли в начале 2000-х. Со временем место превратилось в пустырь – более 1000 заброшенных квадратных метров в самом центре Бендер. Оказалось, танцплощадка просто идеально по своей форме напоминает футбольное поле, так почему бы здесь его и не построить? В общем, весной демонтировали сцену, разобрали бетонное ограждение и приступили к работе. Новое футбольное поле в парке должны были открыть еще в конце лета, а планы изменились, когда рабочие начали демонтаж бетонного покрытия старой танцплощадки. Заливали его еще в советские времена, полотно толщиной более 40 сантиметров. Оказалось, избавиться от него не так просто. Залили бетон на совесть. В парке Горького сейчас работы ведутся на почти завершающем этапе. Сетка уже заказана, уже в пути находится. И осталось постелить только ковровое покрытие, искусственную траву. Поиграть в мини-футбол можно будет еще в двух точках Бендер – на Борисовке и Шелковом. Площадь полей будет меньше, но качество ничуть не хуже. До наступления первых холодов спортплощадки сдадут и даже обещают провести первые матчи уже в середине ноября.